Когда кто-либо страдает от внутреннего заболевания, которое не может быть найдено при стандартном амбулаторном обследовании, может быть необходимо сделать МРТ. Когда назначается МРТ, больного кладут на выезжающий стол, который затем возят в центр магнита. Внутри машины пациент сканируется одной из нескольких магнитных катушек и радиочастотными импульсами, нацеленными на область обследования. Это создает в центре магнитное поле. В теле человека имеются миллиарды атомов водорода, которые в организме вращаются вдоль естественной оси. Но в магнитном поле они определенным образом выстраиваются и вращаются вдоль новой оси. При устранении поля они опять возвращаются к естественному вращению. А в процессе возврата к естественному состоянию ядра водорода работают как маленькие радиопередатчики. Разные ткани выделяют разное количество энергии, а компьютер распознает эти разные импульсы. Количество энергии зависит от времени выстраивания атомов водорода. Атомы водорода мягких тканей дольше выстраиваются, чем более плотные. Когда компьютер получает информацию о разной энергии, он создает изображение, которое показывает разные области по-разному. Так можно видеть жир, мышцы, связки и так далее. МРТ-технология возможна только благодаря наличию в теле человека атомов водорода.